На телеканале «Юганск Новости». Здравствуйте. В студии Инна Новикова и коротко о главных событиях понедельника и выходных. Где был очаг возгорания, сотрудники МЧС пока не говорят. Однако невооруженным глазом видно, что это одна из квартир первого этажа. Незаконное вторжение. Люди без каких-либо прав и документов, проживающие в аварийном доме, пострадали при пожаре. Предлагаем ему, если у него прописки не имеется, помощь свою. В виде продуктового набора, даже краткосрочные услуги можно оказать ему. Более сотни нефтеюганцев не имеют ни крыши над головой, ни работы. Социальный патруль оказывает гуманитарную и юридическую помощь бездомным. Не хватает ребятам опыта, потому что первые такие официальные серьезные соревнования. Первые серьезные испытания для юных футболистов. В Нефтеюганске прошел турнир по мини-футболу для детей 8-9 лет. Минувшие выходные стали для России по-настоящему трагичными. Напомним, 31 октября более 200 наших соотечественников погибли в авиакатастрофе. По стечению обстоятельств день траура выпал на празднование Хэллоуина. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с критикой в адрес тех, кто участвовал в маскарадах в момент национальной скорби. Тему продолжит Елена Волкова. Карнавал зла или безобидный маскарад? Этот вопрос долгие годы рождает колоссальное количество споров. Для России Хэллоуин – праздник экзотический и неоднозначный. Корнями он глубоко уходит в кельтскую культуру и символизирует возвращение духов, умерших на землю. Православная церковь зачастую высказывается о нем резко негативно. Несмотря на это, популярность костюмированных торжеств в России продолжает расти. Сколько у вас там было? Очень много. 15-летняя Лера узнала о предстоящем празднике Всех Святых от друзей. Подобрав устрашающий грим, девочка отправилась на жуткую вечеринку. Девятиклассница признается, если бы она узнала о трагедии вовремя, ее решение было бы другим. Я узнала про траур ночью, мне сказала моя подружка. Но если бы я знала раньше, то я бы не пошла, наверное. Мне кажется, мы должны чтить память погибших, и эти праздники должны переноситься. Одноклассница Валерии Маша отказалась от участия в празднике нечисти сразу. Школьница уверена, заимствование иностранной культуры не должно быть тотальным. Честно говоря, я против этого Хэллоуина. Это, по сути, американский праздник, а мы живем все-таки в России. Мы должны уважать родину, любить и отмечать свои традиционные праздники. По словам психологов, чаще всего карнавалы смерти привлекают подростков. Как правило, связано это с яркими образами человеческих фобий, мистики и загробного мира. Человеку свойственно бояться смерти, да, ведь это что-то неизведанное. А посредством празднования Хэллоуина, да, выражения себя в нем, он снимает некоторое напряжение перед таким естественным процессом и неизбежным, как смерть. Специалисты уверены, граница между восточной и западной культурой стирается. Неудивительно, что в нашу жизнь постепенно приходят чуждые нам традиции. Так или иначе, к Хэллоуину можно относиться по-разному, а вот к празднику во время общенародной трагедии – навряд ли. Елена Волкова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Мнение горожан по поводу Хэллоуина и уместности его проведения в траурный день смотрите в рубрике «Юганск говорит». Возможно, многие не смотрели телевизор, не смотрят новости, поэтому, скорее всего, и так. Но есть и равнодушные, просто которым все равно. А с чем вот это связано, равнодушие, как вы думаете? С воспитанием. У многих, кто спросить, мало просто по это знает. Я просто в интернете чаще лазю, поэтому читаю так. А это, если это молодежь, то ладно, молодежь это позволено этим маленьким, что им-то весело. Они еще просто, может, не понимают, что это просто такое. Это не праздник для меня, как бы. Для них это, может, веселье, праздник, пускай отмечают. Я считаю, конечно, это какое-то кощунство. Считаю, это горе такое было для всего, не то что Россия, мне кажется, всего мира. Многие смотрели выдержки по телевизору, и я лично со слезами на глазах. Под траур есть траур, какие гулянки могут? Пожалуйста, после этого начинается все, пожалуйста. Мне кажется, это зарубежный праздник, а в России его не стоит праздновать. А как вы думаете, вообще с чем связано то, что людей не остановила вот эта вот трагедия? Все равно пошли отмечать. Современная мода и, наверное, стадное чувство. Я не приветствую это. Мое мнение, что не стоило праздновать. То есть перенести его нужно было? Конечно.
Пожар в 11-м микрорайоне не обошелся без жертв и пострадавших. В пятницу вечером в 21:49 на дежурный пульт пожарной части поступил экстренный вызов. На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Уже через несколько минут загорелась крыша здания. Подробности в сюжете Кристины Кочеровой. На место происшествия выехали 11 единиц техники. Было задействовано 52 человека личного состава службы. Этому пожару присвоен второй ранг из имеющихся 5. В доме находилось 7 человек и все квартиранты. 5 спасателей выводили через окна. Еще одну женщину с ожогами сразу доставили в больницу. Только к 3 часам ночи при ликвидации последствий пожара обнаружили тело умершего человека. Разъехались пожарные машины только к утру. Может он быть, же под снос. Кто его будет ремонтировать? Уже под снос он был, я говорю, 2 квартиры только. 2 или 3 квартиры невыселенных, которые прописаны были. А те так вот... Здесь мало было так-то. В основном, вот, а так уже... В смысле, он уже пустовал почти, да? Да, да. В 2008-м 13-й дом был признан аварийным. Спустя 2 года началось расселение. Однако деревяшку коридорного типа до сих пор не могут освободить. При расселении из аварийного жилья мы не улучшаем условия конкретные под семью. Там, 3 комнаты, допустим, да, или там больше площади. Мы переселяем на квадратный метр. Допустим, было 30 квадратных метров, мы переселяем эту семью в 30 квадратных метров только в новом доме. Семья, соответственно, допустим, не соглашается. Не согласились на переселение 3 семьи. По решению суда 2 человека должны съехать без предоставления жилья. Одному в департаменте ЖКХ уже готовы выдать ключи на новую комнату. Однако этого нефтеюганца никто не может найти. Где был очаг возгорания, сотрудники МЧС пока не говорят. Однако невооруженным глазом видно, что это одна из квартир 1-го этажа. По словам очевидцев, там постоянно появлялись неизвестные люди. Без прописки и вообще без какого-либо права на проживание в этом доме. Сейчас причины пожара выясняются отделом дознания. По программе переселения семья Евгении 3 года назад переехала в 11-й микрорайон. До этого жили в ныне сгоревшем доме. Случившемуся пожару не были удивлены, ведь раньше жили как на пороховой бочке. Позвонили по телефону ребята, сказали, что горит дом. Я собралась и поехала, потому что я жила в этом доме практически всю свою сознательную жизнь. Пожарные вынесли из дома, вышел молодой человек, пожарный закричал: «Заберите котенка», и я забрала. Не могла ты ему не оставить такое маленькое чудо. Сейчас от старого дома у Евгении остались лишь воспоминания и спасенный пожарными котенок. Что касается самого аварийного здания, то теперь остается искать владельца комнаты. Ведь пока жильцы не выпишутся из дома, сносить его никто не имеет права. Кристина Кочерова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». На дне. С начала года более 100 человек стали клиентами нефтеюганского сектора ночного пребывания. Это учреждение, которое дает бездомным временный приют и помогает им вернуться к нормальной жизни. Наша съемочная группа накануне присоединилась к социальному патрулю. Репортаж Никиты Чебыкина. Хозяин пристройки, в которой находятся узлы водопровода, 23 года работал водителем. Служил в вооруженных силах, демобилизовался прапорщиком. Имеет 3 детей, до сих пор питает любовь к своей жене, о которой давно ничего не слышал. На социальном дне с 2005 года. Год назад получил инвалидность 1-й группы. Большую часть его тела покрывают ожоги. Считают, что причина его несчастья – тяжелый развод. Я с супругой разошелся. И все у меня пошло. По тупости своей, вот этой глупости. На момент съемки бездомный заявил о намерении вновь влиться в социум, но не верит в то, что это возможно. Благо, есть социальные службы, которые даже из такого положения помогают найти выход. 2 раза в неделю город объезжает социальный патруль, находит лиц без определенного места жительства и предлагает им свою помощь. Мы предлагаем ему, если у него прописки не имеется, помощь свою, в виде продуктового набора. Также краткосрочные услуги можно оказать ему. Также предлагаем снижать правовую консультацию ему, юрист, указываем юридические услуги тоже ему. Также, если, допустим, негде ночевать, ему предлагаем ему посетить ночное пребывание. Сектор ночного пребывания – это первый шаг для человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию.
С 8 вечера до 8 утра бездомные могут жить здесь бесплатно до 2 месяцев. В дальнейшем придется отдавать за ночь около 45 рублей. Здесь на постоянной основе трудятся дезинфекторы. Постояльцев моют, а одежду обеззараживают. Обязательным условием для пребывания здесь является наличие флюорографии. Только после выполнения всех требований бездомных не только уложат спать, но и накормят. У нас паёк на выбор. То есть мы вот это дело учли, посмотрели. То есть мы обязательно продукты быстрого приготовления, длительного хранения. У нас большой термопод, то есть хватает, всем и места хватает, и кипятка. Значит, либо доширак, либо картофельное пюре, рыбная консерва, мясная консерва. Либо то они берут на выбор. Алена Курнусова, социальный работник с обширным опытом, считает, что из любого, даже самого бедственного положения можно найти выход. Специальные службы могут предоставить кровь, оказать консультационную помощь, накормить. Но все остальное зависит от готовности бездомного в корне изменить свою жизнь, отказавшись от пагубных привычек. Никита Чебыкин, Алексей Фоминцев, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Нефтеюганске завершилась вакцинация против гриппа. Всего было привито почти 35 тысяч горожан. В этом году медики использовали новейшую вакцину российского производства «Совигрипп», которая способна защитить население от 3 штаммов вируса. Среди взрослого населения прививку сделали более 24 тысяч человек. Это прежде всего работники образования и здравоохранения. В детских, дошкольных и школьных учреждениях привито 10 тысяч детей, что составило 100% от заявленного плана по вакцинации населения. Прививки можно было сделать как в поликлиниках города, так и в передвижных прививочных кабинетах, которые выезжали на предприятия и организации города. Стоит отметить, что в состав вакцины входит компонент «Савидон», повышающий иммунитет. Последние 3 года эпидемии гриппа в городе не регистрировали. Это в том числе результат прививочной кампании. Сегодня в Государственной библиотеке Югры открылась выставка, посвященная почетным жителям округа. Среди них работники нефтяной и газовой промышленности, деятели науки и искусства, общественно-политические фигуры. Всего на книжной выставке будут данные о 14 почетных жителях, представленных награде с 2006 по 2014 годы. Среди них есть и нефтеюганцы, в том числе Владимир Петухов, которому это звание присвоено посмертно. А в Центре дополнительного образования «Поиск» сегодня стартовал экономический форум для учащихся 7-8 классов. На протяжении 5 дней школьники будут участвовать в конкурсах, получая при этом новые знания в области экономики. Более 50 мальчишек и девчонок со всех школ города предпочли провести осенние каникулы не бездельничая, а получая новые знания. 5 представителей от каждой школы, а в качестве наставника – командный психолог, который в случае неудач подскажет и направит ребят в нужное русло. Организаторы форума, Департамент образования Нефтеюганска и городской клуб «Новая цивилизация» подготовили для школьников увлекательное путешествие в мир экономики. Они изучают, как составлено государство, что нужно делать, чтобы побороться с нищетой, что нужно сделать, чтобы умножить национальное богатство, что, как улучшать государство. Первый день Большого экономического форума начался с торжественного открытия фестиваля. Команды показали свои приветственные визитки, организаторы познакомили участников с наставниками и тренерским составом. Впереди у ребят несколько дней упорной работы, а также защиты экономического проекта «Уютный город». Итоги будут подведены в субботу на закрытии фестиваля. Это новое общение, новые друзья, саморазвитие. Мне это в жизни пригодится. Я пока еще не знаю, кем я буду, но мне кажется, что в любом случае, даже если я не свяжу свою жизнь с экономикой, мне это как-то пригодится. Организаторы надеются, что такие мероприятия помогают решить проблему выбора будущей профессии. То есть это своего рода профориентация. Юлия Британова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Югорчан приглашают присоединиться к всероссийскому флешмобу под названием «Здесь хорошо». Как сообщает пресс-служба правительства Югры, акция посвящена Дню народного единства. Она направлена на формирование российской и региональной идентичности и воспитание патриотических чувств. Площадками для проведения флешмоба стали социальные сети ВКонтакте, Фейсбук и Твиттер, а также Инстаграм.
Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо поделиться в одной из социальных сетей фотографией, сделанной на территории Югры, с хэштегом «Здесь хорошо» и обязательным обоснованием, чем же вам так нравится изображенное на фотоснимке место. Таким образом, пользователи интернета смогут продемонстрировать всему миру, что им нравится отдыхать в родной стране, заниматься спортом, любоваться природой. Отметим, что патриотическая акция продлится до 4 ноября. По ее итогам организатор флешмоба составит список счастливых регионов России, а самые интересные фотографии будут выложены на одном из новостных сайтов. Об этом сообщает телеканал «Югра». Впервые в Нефтеюганске прошел турнир по мини-футболу «Кубок Спартака». 120 начинающих спортсменов из Югры и Ямала поборолись за золото. Соревнования провели среди мальчишек 2006 и 2007 годов рождения. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Макс, тебе пас дают, сильную передачу даем. Прокатываешь и бьешь вот сюда, в дальнюю. Тренер нижневартовской команды дает игрокам последние наставления. Преодолев на автобусе 300 километров, юные футболисты рассчитывали взять кубок. Но сложная дорога несколько расстроила их планы. В первом матче с командой Ноябрьска они потерпели поражение 10-1. Дорога была, скажу вам честно, 7 часов составил наш путь из Нижневартска в Нефтеюганск. Ребята были, у кого-то давление поднялось, у кого-то слабость была. Ну, как бы они не сыграли на своем максимуме. По ходу турнира будем набирать форму уже. В турнире участвовало 8 команд из разных муниципалитетов Югры, в том числе две нефтеюганских – «Спартак-1» и «Спартак-2». Спортсменам в этих состязаниях всего по 8-9 лет. Турнир стал первым серьезным испытанием для наших футболистов такого возраста. Не хватает ребятам опыта, потому что как бы первые такие официальные серьезные соревнования. А команда «Ноябрьск» 2006, да, и вот сейчас они вышли в финал, и команда «Нефтяник» Сургут имеет уже игровой опыт. Но я расцениваю итоги именно для своей команды положительные. С каждой игрой ребята прибавляли. В первой игре нефтеюганцы проиграли Сургутскому району, но обошли Ноябрьск и Нижневартовск. В итоге нефтеюганская команда «Спартак-1» заняла третье призовое место. Главный кубок увезла команда из Ноябрьска 2006 года рождения. Второе место досталось «Нефтянику» из Сургута. Юлия Шуст, Евгений Трифилов, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас» в Нефтеюганске. И делайте новости вместе с нами. Всего вам доброго. До встречи.